Hello, Alexander. Добрый день, Александр. This video is about your chip. Это видео про ваш одуванчик chip. Look, this is your chip on my testing lens. Это ваш чип-одуванчик на моем тестовом адаптере. Now I check it chip on my camera. Сейчас я проверю одуванчик в моей камере. Look. I pre-programmed focal lenses 135 mm and aperture 2.0. Delay time to enter in program mode is 1 second. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм, диафрагму 2. И время входа в режим программирования я сократил с 10 секунд до 1. You can always reprogram the chip from our programming instruction. Вы всегда сможете перепрограммировать одуванчик по нашей инструкции по программированию и по моей видеоинструкции. This is your chip. This is special plate. Special plate install first. And then install chip with help double-sided adhesive tape. Then mark the border of the chip on the when your camera show the aperture 2.0 and then reinstall chip from double-sided adhesive tape at degrees and install chip on the super glue. Сначала вы делаете все по инструкции, убираете хромированное покрытие с вашего байонета, наклеиваете специальную полочку по калибру, затем на полочку наклеиваете маленький кусочек двухстороннего скотча, который я вам присылаю, затем на этот скотч наклеиваете по калибру одуванчик и вставляете в камеру. Если камера показывает диафрагму 2.0, значит вы попали точно туда, куда нужно. Вытаскиваете, отмечаете границы чипа, убираете остатки скотча, обезжириваете и потом наносите очень маленькую капельку клея с помощью зубочистки, которая вместе с клеем. Ни в коем случае не наливайте клей на место его наклейки. Только наносите с помощью зубочистки. Сейчас я упакую ваш чип и отправлю вам завтра утром из Словакии. Now I package your chip and send it to you tomorrow morning from Slovakia. Thank you for your attention. Спасибо вам за покупку и спасибо за внимание.